пошли, гонка идет. Предыдущий круг, предыдущие кадры, это был старт гонки «Радикаль», сегодня второй день, воскресенье. Сейчас мы увидим, Антонина, въехали, сейчас мы смотрим. Третий круг, да. Так, поехали, круг номер 4. Тоже сейчас снимаем, смотрим. Да, Ардалин, нет красной машины. Серёжа, есть третий. За счет какой круг, скорее всего, пятый. Смотрим, вот первый, вот второй. И вон третий, Сережа едет. Да. Очень близко шли машинки. Нет, чуть увеличилось расстояние. Сейчас я покажу ее. Pit window open. И сейчас можно начинать заезжать. Но
первые, вторые, третьи пока не заехал, начались пит-стопы, не видно, когда Ардалина идет, сейчас встретим. Остальные машины, видимо, в боксах, да, вот, да, вот мы видим, в боксы заезжают машины. Вот, на трассе осталось не так много людей. Это примерно 10 или 11 круг у нас. Пошли выезд из пит-стопа. Так. Секунд. Вот. Смотрит на машину, проверяет что-то, давление. После чего гонка продолжится. И посмотрим, каким выйдет после пит-стопа. Так. Ну что? Пока все никак. Все ждем, ждем, ждем. Отсуетились, посуетились, выходили по третьему разу, смотрели, бросили ходить. Не очень удачно я снял этот момент, но Сережа начинает выезжать. Пропустит, судя по всему, пропустит несколько пилотов. Посмотрим. Посмотрим, как дальше будет. Один едет третий. И четвертый едет Сергей. За 7 минут до окончания гонки, вот я покажу, блин, какое расстояние. Вот едет первый. Это первый. Проехал между ним и вторым местом примерно 29, может быть, уже даже 30 секунд. Вот едет второй. Сергей.
Да, Сереж третий. Достаточно большая будет по времени, секунд 30, наверное. Я показываю отличный флаг, вот там видим. Наш отличный флаг сейчас должен появиться Сергей. Сергей на последнем круге ушел третьим, на последний круг. Да. Вот, Серега, отлично. Третий. И пятый, шестой аж Ардалина. Да. Я показываю... зачетную финальную таблицу. Вот так у нас сложился этот заезд. Ну что, вот так вот заканчивается, да, вот так заканчивается этот заезд. Да. Хорошо проехал. Здравствуйте. Так она и есть? Нет. Супер.